Девчоночки, всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория. И сегодня я хочу показать вам свой третий заказ по 15-му каталогу компании Faberlic. Девчонки, я напомню, как выглядит каталог. Вот так выглядел каталог. Свой заказ, девчонки, я делала в основном из-за того, что у меня осталось 3 неиспользованных карточки. Поэтому решила сделать еще один дозаказ. Кому интересно такое видео, оставайтесь со мной. Девчонки, первые 2 позиции, которые покажу, это будут у меня не по карточкам, а затем покажу те продукты, которые я заказывала по карточкам. Первое, что я заказала, это вот такой бальзам для рук восстанавливающий, сос восстановления для очень сухой и потрескавшейся кожи с депантенолом и питательными маслами. Его объем 75 мл и артикул 2101. Бальзам, девчонки, очень хорошо ухаживает за очень сухой кожей, с мелкими трещинками. Хорошо кожу он увлажняет, питает, делает ее бархатистой, интенсивно восстанавливает кожу рук. Девчонки, я считаю, что такой бальзам будет незаменимая вещь в холода. Только стоит нам достать наши ручки из перчаток, как сразу же у нас кожа обветривается, становится очень сухой, появляются мелкие ранки, трещинки. Поэтому этот бальзам способен восстанавливать кожу и как нельзя кстати подойдет для холодов. Я его уже несколько раз попробовала. Мне, девчонки, продукт очень понравился. Он действительно быстро впитывается, интенсивно увлажняет, питает кожу, делает кожу эластичной, очень мягкой и бархатистой. Вот так выглядит здесь у нас носик бальзама. Здесь все было зафольгировано. Он светло, такого вот, я бы сказала, персикового цвета, вот, или абрикосового. Очень приятный по аромату. Бальзам очень быстро впитывается в кожу рук, не оставляет жирной пленочки, он не липкий. И кожа действительно, девчонки, очень увлажненная, приятная. Очень ощущение на ручках остается после использования данного бальзама. Тем более, девчонки, сейчас в каталоге очень хорошая цена на данный продукт. Поэтому, кто не заказал, еще время есть, можно успеть заказать данные бальзамы для себя. И также можно взять их на подарок, так как очень хорошая цена. Далее, девчонки, следующее, что было в моем заказе, это тоже было не по карточкам. Сейчас в каталоге очень хорошая цена на сатиновые губные помады серии Skyline. Я долго смотрела на этот оттенок, видела данный оттенок у девчонок в обзорах и все-таки решилась заказать для себя данный оттенок помады. У меня артикул 4583, называется он «Королевская вишня». Сегодня этот оттенок нанесен у меня на губах. Очень красивый оттенок, действительно, девчонки, он такой глубокий вишневый, осенний цвет. Помадка очень понравилась мне по качеству, в отличие от аметистовой дымки, она менее жирная и не так плывет на губках. Вот я несколько раз ее использовала, даже вот с обратной стороны она вот не настолько покоцанная, как вот аметистовая дымка немножечко жирнее, что ли, по составу. Вот так выглядит оттенок «Королевская вишня». Очень мне понравился, девчонки. Такой же имеет приятный аромат, поэтому решила заказать. Я вам сейчас покажу, как выглядит данный оттенок на руке. Вот так выглядит оттенок «Королевская вишня» на ручке. Ну и вот сегодня у меня он тоже нанесен на губах. Хорошо держится на губках, поэтому осталась довольна, понравился. Следующее, девчонки, это то, что было в моем заказе по карточкам. Давно я смотрела в каталоге на каялы. Как-то я каялами пользуюсь редко, но это вот смотрела и решилась, захотелось мне заказать 2 карандашика. Это у нас тоже карандаши из серии Skyline, они не так давно появились в каталоге. Это у нас каял для глаз. Все вы знаете, что каял, он в основном идет для рисования по водной линии, но можно также, он, эти каялы неплохо рисуют по теням, то есть по веку, если вам нужно там уголок глаза как-то затемнить или вот в сочетании с тенями использовать, то каялы эти хорошо рисуют и очень мягкие, очень-очень, девчонки, хорошего качества. Мне понравились. Первый каял, который я заказала, это у меня артикул 5438. Думаю, видно, не видно вам будет. И называется этот оттенок «Сиреневый туман». Конечно, здесь его нужно затачивать точилочкой. Он очень-очень мягкий, прекрасно рисует. Мне, девчонки, очень понравился. Вот так выглядит оттенок каяла
сиреневый туман. Следующий оттенок, который я взяла, это у нас оттенок называется «Изумрудный город», и его артикул 54-39. Вот так выглядит сам карандашик. И он тоже, девчонки, очень хорошо, классно рисует. Хорошо держится как на водной линии, так и на глазках. Поэтому оттенки очень сочные, красивые. Всего у нас в каталоге этих оттенков 5. Я вот 2 для себя заказала и подумала, что, наверное, закажу еще для себя в синем и коричневом оттенке. А также, может быть, даже возьму и в черном, так как действительно продукт очень хороший, хорошего качества, понравился. И последний продукт, который я взяла по карточкам, собственно, ради чего я и делала свой заказ, это был аппарат. Набор для ухода за кожей лица. Он пришел вот такой красивой коробочки. Артикул данного продукта 92-61. Девчонки, сейчас вот по карточкам этот продукт можно взять по очень хорошей цене. Он мне достался в районе где-то 420 рублей. Так что стоит он в каталоге раза в полтора дороже. Поэтому пока, девчонки, можно взять по карточкам данный продукт, берите, не пожалеете. Пришел он также в такой вот пузырчатой мешочке и в такой пленочке. И к нему прилагалась вот такая вот инструкция. Сам аппарат в пластиковой коробочке. Очень симпатичная коробочка, не стыдно подарить на подарок. Можно взять с собой в дорогу, можно хранить в ванной комнате, так как здесь все хорошо запаковывается. Здесь у нас кнопочка, то есть заглушечка, он хорошо защелкивается, поэтому то, что он сам откроется, маловероятно. И вот так выглядит сам аппарат. Аппарат, и в котором имеется 4 различных насадки. Я вам сейчас покажу, как выглядит этот аппарат. Его очень удобно держать в ручке. С обратной стороны у нас имеется 2 скорости. Также вот здесь вот у него это все открывается, где сюда входят 2 батарейки. Девчонки, батарейки здесь у нас по типу АА. То есть обычные, как вот в будильник вставляются, обычные пальчиковые батарейки. Но батарейки в комплект не входят. Батарейки нужно покупать дополнительно. Поэтому, если вы идете получать такой прибор на свой склад, на АП, то я бы советовала вам, конечно, сразу запастись батарейками. И там же в присутствии, то есть держателей АП, в присутствии кто вам будет выдавать ваш заказ, сразу сделать проверку, то есть проверить данный аппарат, чтобы все в порядке было, чтобы он работал, а к вам не было претензий. Вот так у него он работает на первой скорости. И работает вот так он на второй скорости. Но, девчонки, я его уже пробовала. И хочу сказать, что работы на первой скорости мне вполне хватило, чтобы почистить свое лицо. Эти все у нас насадочки снимаются. И вот так вот здесь все это простенько одевается, насадочка, и включается, и он, препарат, готов к работе. Все эти насадочки у нас после использования моются водичкой. Водичка должна быть где-то градусов 50, то есть не очень горячая, но и не холодная. Можно с мыльцем промыть, все это просушить и дальше использовать его снова. Девчонки, я попробовала все насадки, кроме вот этой вот пемзы. Хочу сказать, что я осталась очень-очень довольна данным аппаратом. Мне он очень понравился. Я сейчас расскажу в подробности про каждую насадку. Первая насадка, это у нас идет пемза для интенсивного очищения и глубокого пилинга. Какие же у нее функции? Она предназначена для удаления огрубевшей кожи и слоя отмерших клеток и ускорения процесса обновления кожи. Применяют на влажное лицо, наносится средство для умывания, и очищается кожа по массажным линиям. Рекомендуемый период применения 1-2 раза в неделю. Но если у вас есть на коже какие-то высыпания или воспаления, то, конечно, такой насадочкой пользоваться не рекомендуют. Далее, девчонки, следующая насадка, которую я вам хочу показать, это будет спонж для умывания и легкого микропилинга. Очень понравился мне этот спонж, девчонки. Кожа после него гладкая, бархатистая, нежная. Просто супер средство. Я использовала его со скрабом из серии Этнобатаника, и мне очень понравился эффект. Для чего же этот у нас спонжик? Для очищения лица, удаления поверхностных загрязнений, удаления отмерших клеток, очищения пор и удаления черных точек. На влажное лицо
наносится средство для умывания, очищается кожа по массажным линиям и применяется 2-3 раза в неделю. Но также, если есть воспаление на коже, то лучше, конечно, не использовать. Здесь вот эта насадочка силиконовая снимается, и можно все это дело хорошо, если у вас попадают сюда остатки средства для умывания или какого-то пилинга, то все это хорошо промывается и снова одевается на место. Так что очень хорошая насадка, мне очень она понравилась. Следующая насадка, девчонки, это щеточка для умывания. Вот так выглядит сама щеточка. Она, я думала, что она будет жесткая, но она очень-очень мягкая, очень нежная и очень деликатно очищает ваше личико. Тоже понравилась мне эта насадка. Служит для поверхностного очищения кожи, очищения сухой и чувствительной кожи, для демакияжа, и также можно для демакияжа использовать данную щеточку. Применяется на влажное лицо, наносится также средство для умывания, очищается по массажным линиям. Подходит данный продукт для ежедневного использования. Так что вот такая вот мягкая, очень хорошая щеточка. И последний продукт, который я хочу показать из данного набора, это будет массажная насадка. Массажная насадка служит для активизации кровообращения, устранения гипертонуса мышц, укрепления кожи и восстановления овала лица. Способ применения. Массируйте сухую кожу по массажным линиям. Да, девчонки, кожу массировать нужно только сухую. Я попробовала умылась на увлажненную кожу, на увлажненную немножечко есть такие вот покалывания по коже, пощипывания. То есть немножечко как вот больновато, поэтому нужно, чтобы кожа была полностью сухая и использовать на сухую кожу. Но мне так кажется, что можно даже и для лучшего, когда у вас крем впитается уже, для лучшего, более хорошего впитывания крема тоже использовать данный продукт. Подходит для ежедневного использования. Так что вот такие вот у нас насадки в данном приборе. Мне, девчонки, я вам сейчас еще раз их покажу. Мне этот прибор очень-очень понравился. Я, честно вам скажу, для себя заказываю такой прибор впервые. У меня никогда не было такого набора. Как-то я всегда обходила их стороной. Но все-таки решилась заказать. И мне, я ни чуточки не пожалела. Мне очень понравился данный приборчик. И понравился эффект от его воздействия. Так что, девчонки, советую для тех, кто не брал. Если у вас остались карточки, спешите, заказывайте, пока можно еще заказать данный продукт по карточкам. На этом был весь мой заказ. С вами была Виктория. Пока-пока. До свидания. До новых встреч.